Красивые цветки растений и их внешняя форма нередко используются человеком для декоративных целей. Так люди меняют географию их произрастания. Но попадая на новые территории, они могут быстро одичать и стать настоящей угрозой для местных видов. Сегодня мы расскажем об одном из них – золотарнике канадском. Это многолетнее травянистое растение с многочисленными желтыми соцветиями корзинками. Начиная с 17 века золотарник активно возделывался в Европе. Благодаря своей высокой продуктивности и размножению фрагментами корневища он очень быстро вышел из культуры и прижился в новой для него дикой природе, но не без вреда для нее. Оказавшись на новом месте, он очень быстро разрастается и препятствует развитию других растений. Такое агрессивное расселение приводит к проблемам по всему миру, в том числе и в Китае. Там, в некоторых провинциях, золотарник не только вытеснил ряд местных растений, но и стал злостным сорняком, из-за чего снижается урожайность культурных растений. А какие чужеродные виды растений знаете вы? Делитесь с нами в комментариях, и мы непременно о них расскажем.